Любимая, я дома. Теоретический вопрос. Так. А что должен сделать мужчина, чтобы женщина согласилась на секс? Главное им дать причину, в которую они поверят, понимаешь? То есть ты всегда находишь нужную причину? Не, ну иногда ошибаюсь, конечно, но редко. Слав, ты в Бога-то веришь? Ну просто у меня такой круг общения. Мы все консерваторы. Верная жена. Привет. Слушай, а может придумаешь что-нибудь на троих? А я подыграю. Зовут Саша. Здесь, ну все как нужно, короче. Я что-то недопонял. Где женщина? А что не так? В смысле, что не так? Как мужики. Им либо каждый день, либо раз в месяц. Раз в неделю тут какая-то фальшь, понимаешь? Ты привел в дом, где живешь с женой и детьми непонятно кого. Вот если бы у тебя действительно дочь родилась в момент нашего брака, ты бы мне сказал? Ну, конечно, сказал бы. Славик, не пизди.